Вы управляли вчера транспортным средством Шкода Рапид? Да. Управляли. Машина ваша? Отца. Отца, да? Оформлено отца, наша общая машина. По ходу движения вас останавливали сотрудники полиции. Вы помните этот Я момент? эти момент не помню. А что может быть причиной вот отсутствия Без понятия. воспоминаний у вас? Без понятия. Я повторю вопрос. Вы осознавали, что Нет. совершаете противоправные действия Я при управлении не автомобилем? помню. Я помню только тогда, когда я заехал на АЗС после Гроховца. Все, больше у меня память восстановилась тогда, когда меня приковали к машине, к двум дверям, все. Память на этом восстановилась. То есть вы действия свои вот в указанный период времени не осознавали? Нет. То есть противоправный характер своих действий, то, что это может Я это не помню. быть опасно для других Да, я это не людей. помню. Нет, я То не есть помню этого. все это вы не осознавали. Да. А с вами часто такое происходит? Это первый раз такое было. Первый раз. Работаете в такси? Да. Работаете на этой машине? Да. Разрешение на работу в качестве легкового такси на этот автомобиль имеется. Имеется. А где он находится? Находится в городе Волгограде. Разрешение. Да. То есть с собой нет его. Нет, с собой нет.